Зачем идут силовики? Да, силовики идут, чтобы создавать бизнесу проблемы и делать вид, что их решаешь, и выкачивать из бизнеса деньги. Можно ли это делать сейчас? Можно. Зачем идут в армию? В армию шли бухать и воровать. Можно ли сейчас бухать и воровать, будучи высших, на каких-то высших позициях в армии? Да, можно. Вот. Плюс, если вы слышали прекрасные вещи, не нужно собирать больше медицины и ничего, мы сами все соберем, сами все поставим в армию, не нужно никаких благотворительных инициатив и так далее. То есть они пытаются этот поток, который люди зачастую одураченные искренне шьют варежечки, эти варежечки оказываются на рынке, на соседнем, а они хотят в армию поставлять сами, потому что они на этом крадут. Вот. А можно ли это сейчас? Пока есть выручка, пока есть бюджет. В новом бюджете на армию и на силовиков это больше половины бюджета. Армии и силовики очередной раз оскопили там науку, медицину и все подряд. Они пока не могут быть разочарованы в Путине, потому что у них, может быть, это лучший год в их жизни.